Здравствуйте. Здравствуйте. Шикарно, все хорошо. У нас сегодня очень насыщенный, очень интересный день проходит. Все нормально. Все, что заранее определились, обо всем разговаривали, решили, все нормально. Паша. Это тримали кислый, тримали и еще приправленный черной сливой. Мы это все трое это кушаем вместе. Мешать вместе. Вместе, а дома, когда мы делаем доми, мы большие порции делаем. И сыр мы кладем внутрь, чтобы оно там заварилось, расправляется и становится... Вот так, да? Точно так. Ничего себе, ложечка. Weißt du, mal, ich hatte es nicht lange gekocht. Я считала, что дети – это богатство семьи и счастье семьи. Семь детей у всех было. Они не считались многодетными. И еще было так, что, например, самый старший мужчина в доме... Это создано старой джуре. Если будут это совместные ученые, и они вместе эту работу делать, это будет, на мой взгляд, сильнее. Сильнее для убедительных. Да. Да. Время здесь, что, потому что мы готовим уже проект, будем цвета, чтобы там лапировать. Будут сулить Эртмане, чем с гамоцтилебас, чем с михцевепс, гушина отсталим беури, ადგილი მოინახულა იყო галереяში იყო მუზეუმში იყო ძეგლებიც ნახა და ძალიან ბევრი რამ და აი ახლა კიდევ 1-2 შეხვედრა და მე უკვე დატოვებს საქართველოს რაც მთავარია ჩვენ მოვილაპარაკეთ რომ გავცვალოთ ჩვენი დღეები კულტურისა სომხებმა და ქართველებმა რომ უფრო მეტი ხშირი შეხვედრები უნდა გქონდეს და უფრო ადვილად დავძლიოთ ამ დიალოგის და ურთიერთობის შედეგად იცირე პრობლემები რაც არსებობს Принесем обработку от цвета, потому что там будет все-таки очень такой разгар. Вы знаете, что мы вообще, в принципе, смотрели общую продолжительность всех наших действий, определенных по трехгодичному плану. Потому что у нас соглашение есть между Министерствами культур, соглашение на 3 года, по которому мы определили направление культурного развития на эти годы и смотрели по всем трем позициям, что у нас происходило. Это касается и области современного искусства, это касается и молодежных, и детских обменов, вопросы сохранения культурного наследия. И я думаю, что все те перспективы, которые мы определились вот, по соглашению, мы динамично их выполняем. И два Министерства культуры сегодня в целом довольны теми процессами, которые происходят в области армяно-грузинских культурных отношений.